Футбольный клуб «Тверь» одержал 7-ю победу в рамках профессиональной футбольной лиги и продолжает погоню за лидером турнирной таблицы. Минувшую пятницу команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «Муром». Счет во встрече открыли гости. На 33-й минуте мяч в ворота коллектива из Мурома забил защитник тверичан Артем Соболь. Долгое время, несмотря на создаваемые моменты, упрочить свое преимущество у Твери не получалось. Лишь на 60-й минуте клуб из столицы Верхневолжья забил второй мяч. Свой четвертый гол в сезоне оформил Даниил Ерофеев. Впрочем, спокойно довести дело до победы тверичанам не удалось. За 15 минут до конца матча хозяева один гол отыграли. Таким образом, окончательный счет поединка 1-2 в пользу коллектива из Твери. Одновременно с этим лидер группы 2 профессиональной футбольной лиги «Долгопрудный» свой матч завершил в ничью. Это позволило Твери сократить отрыв с первого места до 2 очков. Свой следующий поединок тверская команда проведет уже во вторник. В Москве подопечные Гаранина сыграют со своим ближайшим преследователем – клубом «Родина».